Эти 872 дня унесли жизни огромного количества людей. По разным данным, во время блокады Ленинграда погибло от 600 тысяч до 1,5 миллионов человек. Но как донести весь страх и ужас войны до современных молодых людей? Например, при помощи душещипательного представления. И познавательно, и эмоционально. То наше твердое живем, не дремлет город осажденный. Сегодняшняя дата действительно очень важна для нас. Она важна нам не только как событие, но еще и как память о наших предках, которые выстояли в неравной битве с фашизмом. Знакомить наше будущее с нашим прошлым необходимо, но не менее важно выразить благодарность ветеранам, которые стали свидетелями тех ужасных событий. Руководство Ленинского района организовало для жителей блокадного Ленинграда и ставлю вас всех в известность, что в этом районе нас осталось только 14 человек. Все остальные 60 были, теперь находятся на территории Новой Москвы. И вот эти 14 человек, кто из них мог поехать, была предоставлена нам экскурсия в Санкт-Петербург. Мы убеждены в том, что то, что сделали наши фронтовики, наше поколение победителей, в надежных руках. И Ленинский район, как всегда, будет на переднем плане сохранения этих исторических традиций. Снятие блокады Ленинграда – это одновременно и подвиг, и трагедия. Радость победы над фашистским оккупантом омрачает огромное число людей, ставших жертвами этой затянувшейся битвы. Но помнить об этих кровавых событиях нужно, ведь только так можно предотвратить подобное в будущем. Александр Шишов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.